После кораблекрушения на необитаемый остров попадают три мужика. Русский, француз и англичанин. Долго ли или коротко они находились на острове, но однажды поймали золотую рыбку. Золотая рыбка говорит им: «Исполню каждому по одному желанию». Англичанин говорит: «Я соскучился за сигарами и хочу домой». Золотая рыбка его раз отправила, он исчез. Француз говорит: «Я соскучился за своей любимой». Золотая рыбка раз исполнила желание, он исчез. Русский сел на присядке, посмотрел вокруг и говорит: «Мне два ящика водки и этих двух придурков обратно».